начале 80-х в Америке была кампания против наркотиков. «Выбери жизнь». Ну и мы с друзьями добавляли туда что-то свое. По типу «Выбери дизайнерское белье». В слабой попытке вдохнуть новую жизнь в ваши сдохшие отношения. Ну или «Выбери сумки», «Выбери модные туфли», «Кашемир и шелк», все то, что выдают за счастье. «Выбери iPhone», сделанный китаянкой, которая шагнула из окна, и сунь его в пиджак, сшитый в какой-нибудь китайской душегубке. «Выбери Facebook», «Twitter», «Snapchat», «Instagram» и тысячи других способов оскорблять тех, кого не знаешь. Расскажи миру о том, что ты ел на завтрак, в надежде, что кому-то все же не насрать. «Выбери шутки про насилие», «Сладшейминг», «Порноместь» и бесконечный поток женоненавистничества. «Выбери то, что в ковиде виноват сионистский заговор». «Выбери бесконечные кредиты на непонятное то и ту же участь для своих детей, только хуже. Жалей, что их вообще когда-то завел». А потом откинься и заглуши боль дозой мутного дерьма, забодяженного на вонючей кухне. Выбери ту же заезженную пластинку, выбери медленно, с наслаждением проглатывать то, что у тебя есть, а не биться то, чего хочешь. Довольствуйся малым, блядь, но с лицом победителя. Выбери разочарование и утрату любимых людей, вместе с которыми каждый раз умирает и часть тебя, пока не увидишь однажды, что постепенно, часть за частью, ушло все. И от тебя самого уже ровным счетом ничего не осталось. Выбери будущее, Офелия. Выбери жизнь. Да. Да. Тогда это казалось смешнее.